Это короткая история о рыбалке на одной из самых живописных рек Латвии, куда заходит на нерест лосось. Один из наиболее желанных трофеев, наверное, каждого спиннингиста. Друзья, приветствую вас на канале Трума Фишинг. Да, вроде как не то зима, не то весна. Вновь я на Салоце. Это первая рыбалка в этом сезоне. Будем называть это открытием. Вот. Я вновь один, как это было на последней рыбалке прошлого года. Да, так сложилось, что время тяжело подобрать и как-то скооперироваться вместе с друзьями, коллегами. Вот. Но это ничего, иногда подышать воздухом одному, не знаю, подумать о жизни. Я наконец-то приобрел себе новую катушку, именно заточенную под рыбалку на крупную рыбу. Это Twin Power 4000 PG. Вот такой. Вот. Так что буду сегодня, надеюсь, получится обновить катушечку. А вообще, как всегда, расскажу немного о погоде. Здесь сейчас минус один, но вчера здесь было минус 7 или минус 8. Вот. Сегодня температурка уйдет в плюс, как это, в принципе, уже весной бывает. И я думаю, что это произойдет уже скоро. Сейчас 8:30 утра. Я не очень-то торопился именно из-за морозов. И непонятно, будет ли шуга по реке идти. Но в любом случае, я уже здесь, и я буду ловить. Видно, что по реке плывет шуга и мелкие льдины, но их не так много. И я думаю, что вполне себе нормально будет ловить. Но сейчас мы, когда придем на место, это увидим. Да, уровень воды низкие довольно-таки. Кое даже какие закраины образовались из-за мороза. И шуги основательно так несет. Ну, ладно, посмотрим. Бывало и хуже. Но речка не чистая. Ну, что делать? Ну, вот это прелести зимней рыбалки. А реки, которые не имеют такого течения, они и вовсе встали. Потому что у нас регионами до минус 15 было. Вот такая весна. Хотя на дворе сегодня 11 марта. Начнем, конечно же, с любимых приманок, как я это называю. Все-таки проверять по течению. Мне нравится больше то, что я знаю, как оно работает, как оно по ощущениям должно идти. Двадцать один, 12, 18. Уже по камешкам побилась. Да, шуга чувствуется, проходит, но вот она не везде идет, и это хорошо.
зимой добавляются еще закраины, получается, по руслу идет шуга, и ловить вообще негде. А тут она сбивается в какой-то один край и вполне дает возможность проводки. Ну, посмотрим. Да, ребята, обмерзание происходит. Не зря я взял с собой силикон. Потому как три забросика уже чувствуется, что начинают какие-то ледышки. Да, это, конечно, не масло. Где-то немножко не все пропиталось. И вот местами шуга, через которую проходит плетенка, она вот оставляет следы. Вот это да, вот это кто-то взял. Вы видите? Вы видите, какая мама? Ё-моё! Вот она дает спурта. Я не ожидал. Ну что, успокоилась? Ничего себе дала. Вот это да. Тяжелая, ё-моё. Сдвинуть ее не могу. Вот это да. Вот она, вот она, вот она, вот она. Пошла. Пошла, пошла, пошла. Блин, ну что-то она совсем вытягивает. Просто нереально. Куда она пошла? Что там за рыба? Просто паровоз. Вот это поклевочка была. Даже не знаю, идти за ней, либо все-таки пытаться ее подтащить сюда. Да, такая легкая дрожь присутствует, скажу я вам. Пока она делает, что хочет. Где вот ей нравится, там она и сидит. Так, это что было? А, это шуга была. Вот это да. Давно я не держал лосося. Первая рыбалка, это такие эмоции, я просто вообще. Ну, посмотреть, кто там. Мы ее уже видели, конечно, но очень-очень далеко. Когда она только взяла, там такие махи были, просто с ума сойти. Обалдеть. Очень тяжелая, мама, очень тяжелая. Я боюсь, что придется с ним повозиться. Да. Ого, 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 пошла. Да. Лед надо разбить еще. Да, эта рыбка хорошая. Эта рыбка будет очень хорошая. Пока еще даже не показывается. Не-не-не-не, еще долго. Ох, блин, у меня с непривычки начинает уже поджимать мышцу. Ух,
Ну вот, катушечка работает. Все в порядке. Сейчас еще доведи до конца эту рыбку. Называется. Шансы, конечно, взять ее есть, нормальный шанс. Но надо ее укачать сначала. Иначе это... Там хорошая мама, я думаю, за пятерку. Судя по тому, как она себя ведет, это совсем не маленькая рыба. Вот она только-только-только хочет к берегу подходить, и все, и начинается метание. Ух! Вот она круг описывает. Куда? Ну, покажись. Вот она где-то тут уже близко. Ух, посмотрите какая. Ой-ой-ой. Ну, это 7-8. Посмотрите, какая рыба. Ее еще, конечно, совсем плохо видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это лосось. Обалдеть, ребят. Это танк. Ну, такую, конечно, надо поводить. Но куда это? Это монстр. Да она и взяла как монстр. На месте потанцевала так, что будь здоров. Сказала, что не хочу я никуда двигаться. Головой помахала, сказала, да мне и там хорошо. Ух. Хвостик у нее такой пораненный. Ну что, неужели устает уже? Не верится что-то мне. Видите, какая рыба? Там вроде в уголке, вроде ничего, крючок сидит. Какая моща! Да, что-то подустало. Скоро надо будет ее брать. Напарника нету, конечно. Хорошо бы взять рыбку так аккуратненько. Не, ну это ребят. Ё-моё. Подожди, куда ты пошла? Это рыбина. Ребят.
Такую рыбину я еще не ловил. О, офигеть, офигеть. Ух, я не знаю, сколько в ней веса, но это по десятку, по-моему. Вы только посмотрите. Ё-моё. О, боже мой. Такую... Вот это лосось. О, да. Блин, наконец-то. Фу, вот это мама. Я честно скажу, что... Ну, такого размера я не ожидал. Да, тут тройнички, смотрите как. Вообще съела просто. Она бы никуда не ушла. Тихо. Такую рыбу. Как жалко, что я не сделаю фотку. Так вот происходит, что когда нет напарника, ты ловишь такую рыбу. Ладно, надо что-то с ней делать побыстрее. Так, где мои инструменты? Я офигею. Вот это рыбина. Так, давайте, знаете, что сделаем? Отцепим блесну и сделаем измерение быстро. Тихо. Сейчас, быстренько. Вау. Это круто. Ну это просто монстр. Хоть зарубку ставь на спиннинге. То есть почти до кольца. Почти до кольца. Нет, те были такие малютки. Посмотрите на эту рыбу. И посмотрите, какая она. Это просто обалдеть. Я вообще в шоке. Ее так тяжело держать. Блин, просто эйфория какая-то. С ума сойти. Ладно, давайте, друзья, давайте рыбе свободу. Времени не так много. Так, измерение. Измерение, быстро. Ребят, 1.07 м, это мой рекорд. 1.07 м. Какая ты огромная. Рыбке спасибо, конечно. Очень хорошо. Вот ради этих эмоций мы сюда едем. Блин, офигенно. Просто. Ну, это самая крупная рыба в моей жизни. По штукам она там совсем, не знаю, даже может, ну, с десяток-то я уже вышел, но, ну, блин, с 1.07 м. Я думаю, что в ней 8 точно было килограмм. Ну, специалисты скажут, и она широченная, она просто... Такую рыбу я еще не ловил. В общем, все супер. Начало впечатляющее. Да если честно говоря, даже это будет открытие такое, я уже рад. Но надо всегда использовать шансы, поэтому будем ловить дальше. Вниз по течению, до конца зоны, в которой у меня куплена была лицензия, оставался еще приличный кусок. В ту сторону я и решил двигаться. Река здесь потихонечку превращалась в перекат, но до него был, на мой взгляд, интересный кусок. Блин, ветер такой. В ту сторону.
Хоть времени было и предостаточно, я решил не циклиться на конкретных точках. 5-10 забросов – это максимум, что я делал. Иногда менял вес блесны. Перейдя в текающую речушку, я вновь спустился вниз. Погода была просто прекрасной. Поднявшееся солнце пригревало по-весеннему, и мороза практически уже не чувствовалось. Разве что в тени. Но вдоль довольно-таки прямого участка реки, который открывался передо мной, ощутимо задувал довольно приличный ветерок. Ох, какие! Такие интересные льдинки. Да, здесь я когда-то поймал свою первую рыбу. Это была кумжа, такая под 2 килограмма. Хорошая. На этом перекате. Ну, тут все изменилось. Это дерево развернуло со временем, оно было почти поперек реки. Ограждало здесь. Но сейчас здесь довольно серьезная струя. Наверное, надо идти дальше. Достаточно протяженный кусок с большой глубиной, в прошлом просто поражавший меня изобилием рыбы, молчал, как будто был абсолютно пуст. Или же приманки и подача попросту не устраивали рыбу, которая здесь предположительно могла быть. Не знаю, ребят, что-то не могу я победить этот кусок реки, сколько я здесь не находился. Видел, что здесь ловили отличную рыбу и много, но почему-то самому как-то не складывалось. Вот решил пойти в такие трудные для меня места. В общем, если вкратце, то провел я уже где-то 3,5 часа после поимки рыбы. И пока не видел ни выходов рыбы, ну и, соответственно, поклевок тоже не было. Прошел какой-то такой кусочек уже, наверное, с километр реки. Ну, здесь все близко, поэтому... Сегодня я решил никуда особо далеко не ездить. Пожалуй, наверное, пойду в те же огороды, где я поймал до этого. Вероятно, что там есть кто-то еще. Не обязательно, что там по одной рыбке стоят. Может быть, место немножко как бы отдохнуло. Хотя я, конечно, на реке не один. Вот встретил человека, который не признался, что поймал рыбу. Но мне кажется, что он не соврал. Сказал, что не очень пока. Вот, и на той стороне был еще один человек, так что вот встретились мне только двое. Удивительно, что вроде как 10 лицензий, а в то же время на реке-то никого и нет. После схода льда уровень воды еще полностью не опустился. Берега еще раскисшие, что затрудняет переходы. Да, друзья, солнце светит, конечно, по-весеннему, но в лесу еще зима, снег лежит, и этот снег, это не тот, который тут немножко выпадал недавно, а тот, который выпал давно, и он еще не успел растаять, так сказать. Ух, фу, притомился я, малеха, такой кусок сразу рванул. В общем, здесь совсем другой ветер, там... Довольно сильный ветер поднялся, и контролировать приманку сложно. Получается, что течение в одну сторону, ветер в другую, и выдувается дуга, и в какой-то момент ты просто теряешь контроль. Да, когда она выходит на струю, уже как бы нормально, но получается, дальний кантик вообще обловить нельзя. Вот. А здесь более-менее, здесь нет такого ветра. Не знаю, попробую, продолжу, как тут. Может, что-то еще есть.
Воблеры в моем арсенале пока так и не стали приоритетом, однако я всегда ношу их с собой и периодически ставлю. Из моих наблюдений я один из немногих, кто ловит на колеблющиеся блесна, подавляющее большинство все же выбирает воблеры. Всю вторую половину дня поверхность воды была абсолютно чистая, но в какой-то момент появилась пелена на небе, которая прикрыла солнце. Это могло также влиять на реакцию рыбы, но встретившийся мне еще один человек рассказал, что он довольно плотно занимается рыбалкой на салоце, и этот сезон по количеству рыбы не самый лучший. Что рыба в основном осталась в нижних зонах, и здесь ее действительно очень мало. Это полностью совпадало с моими мыслями относительно всех в тот день пройденных мест, ведь прозрачность воды была очень хорошей. Единственное несовпадение – это была моя быстрая поимка рыбы. Наверное, это как раз можно назвать рыбацкой удачей. Ну что, друзья, рыбалка удалась. Оставшийся день оказался пустым, но да и ладно. Зато с утра я поймал классную рыбу. Это самая крупная рыба пока в моей практике ловли лосося. Ну, походил, побродил, подышал свежим воздухом, посмотрел на природу. В общем, все получилось как надо. Ну что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, кому понравилось видео. Всем пока и ни хвоста, ни чешуи.